Теперь обо всем подробнее. Особое внимание развитию животноводства аким области Ерик Султанов продолжил встречи с руководителями агроформирования Северного Казахстана. Главная тема разговора – перспективы развития сельского хозяйства региона. Подробности далее. Сегодня с главой региона встречаются руководители агроформирований, входящих в состав фирмы «Алиби». Первые на очереди – айртаутцы. В этом районе расположены два ТО. Вот так в живом диалоге с акимом области Ериком Султановым о ситуации сейчас. Средняя заработная плата больше 60 тысяч. Площадь сельхозугодий почти 60 тысяч гектаров. Трудоустроено 210 человек. Интересуется Ерик Султанов и планами по развитию животноводства. Команда поступила, короче, по два животноводческих помещения. Это где-то в пределах 400 голов на каждое. В этом году, да? Да, 400 голов. 120 голов КРС в этом году и до 400 на последующие два. Это планка, которую обозначил глава региона для товаропроизводителей уже Аккаинского района. Они согласились. В планах здесь развивать активно и свиноводство. Далее разговор продолжился с представителями сельхозформирования фирмы «Алиби», расположенных в районе имени Габита Мусрепова. Обсудили на встрече и возможности развития животноводства. КРС здесь планирует закупить порядка 500 голов. Планку нельзя понижать и в последующие годы, отметил глава региона. ТО «Содружество-2» не входит в состав фирмы «Алиби», но аким района акцентировал внимание главы региона на планах этого хозяйства. Имеет у нас 27 тысяч с половиной гектар, а пашни 22 тысячи гектар и 5200 – это у них пастбище. На сегодняшний день у нас 25 голов. Буквально мы на днях сейчас оформляем документы, приобретаем 80 голов по программе «Сыбага». В целом на трехлетний период у нас имеется планы по соглашению на 350 голов. Ерик Султанов рекомендовал рассмотреть варианты использования мер государственной поддержки, например, программу ИРЫС. Развитие животноводства молочного направления приобретается племенной скот, сумма займа до 60 миллионов тенге, процентная ставка 11% годовых, из них 4% субсидируется. На 84 месяца выдаются. Это хорошая возможность развивать бизнес, отметил глава региона. Мы должны сегодня создать такие базовые условия, чтобы мы могли конкурировать со всеми нашими, значит, союзниками по нашему экономическому союзу. Конкурировать должны с Беларусью, конкурировать должны с Россией, сейчас Арменией, с Киргизией, со всеми. Нам надо проникнуть в их рынки, проникнуть в Центральную Азию. Двигаться надо в этом направлении тоже. А это уже сельхозтоваропроизводители Тайншинского, Тимирязевского и района Шалакына. В последнем планируют приобрести в текущем году 1500 голов скота. После разговора с сельхозтоваропроизводителями фирмы «Алиби» с главой региона встретились представители других хозяйств Айртаусского района. Тема разговора та же. Поручение работать слаженнее и активнее, тем более, что государство оказывает большую помощь агропромышленному комплексу. В этот же день глава региона встретился с представителями агроформирований Акжарского и Тимирязевского районов. Ксения Куценко, Жулдызбек Ермуканов. Новости МТРК.